К другим темам. Саратовский губернатор попросил помощи у федерального чиновника. Речь идет о визите в наш город вице-премьера правительства России по социальной сфере Ольги Голодец. В числе прочих мероприятий она встретилась с губернатором. Валерий Радаев рассказал о ходе строительства модуля крови в Саратове и оборудовании онкоцентров. По словам губернатора, до конца года будет построен новый корпус областной детской больницы и завершена реконструкция здания старого ТЮЗа. Правда, на восстановление последнего требуются дополнительные средства. Глава губернии воспользовался случаем и попросил у федерального чиновника денег на заключительные работы по реконструкции ТЮЗа и помощи в возвращении исторически важного для Саратова самолета. В культуре восстанавливаем ТЮЗ сгоревший и думаю, что к концу года тоже должны вести, но здесь нам не хватает ресурсов, о чем я и говорил. Хотел бы, если можно, попросить. По культуре ввели музей. И наши ветераны обратились, чтобы вернуть нам самолет, как я говорил, и изготовленный именно на нашем авиационном заводе. Но сегодня мы не можем договориться с конструкторским бюро имени Яковлева. Есть ряд вопросов. Хотелось бы, чтобы все-таки вы нам помогли, мы этот самолет вернули именно на ту землю, где он изготавливался, и был бы главным экспонатом нашего музея трудовой славы. Также Валерий Радаев попросил у федеральной чиновницы помощи в финансировании строительства дополнительных площадей музея имени Радищева для работы с детьми и расширения экспозиций.